Всем привет, приветствую на канале Лагун Плей. Продолжаем прохождение Полого Рыцаря. Блин, попали мы тут на какого-то мужика. Активного вообще капец. И я пока с ним никак справиться не могу. О, там такой хитрый ван. Ё-моё. Он очень быстрый. Он очень быстрый. Блин, как понос. Быстрый, как понос. Резкий, точнее сказать. Ну ничего, победим мы его все равно в итоге. Ну не может он над нами вечно издеваться. Этот негодник. Ага. Есть, я же говорил, победим. Как же тебя звали, а? Как же тебя звали, да ты нехороший человек такой. Так. Сейчас узнаем, как тебя звали. Воин душ, блин. Жесткий ты парень, я тебе скажу, воин душ. Так, прошли мы дальше. Тут какое-то стекло. Оно особо не дает никуда идти. Блин, и вот эти вот тоже. Это капец, это. Тоже из той же оперы. Ребята. Блин. Поспешишь, людей насмешишь. Так, ну ладно, я хоть вроде там как бы теперь знаю, куда идти. Да, то есть. Это тоже поднадоел уже, товарищ. Так, лады. Спешить не будем. По мере возрастания опасности будем разборки наводить. Святилище душ. Название такое прям страшновато, честно скажешь. Но очень красиво. Зеркала такие, блин. Создатели просто молодцы. Так, ну слава богу, мужика этого. Уже нету воина душ. Ой, ё-моё. Да ё-моё. Да ё-моё. Ё-моё. Оф. Вышел. Бомс мимо. Как их с ним справляться, а? Я не понимаю. Он за юга просто мощный. Блин. Капец, я вам уже... О, есть. Так, отлёг один. Слава богу, этот превращатель. Решил я сюда сходить, да? Ага, дверь открыл я. Так, это подъемник вверх. Так, а я внизу умер. Блин, еще один. Да ёпонабог. Все, душа моя тут решила поучаствовать в моей определенной смерти.
Так, вот я нашел позицию. Сейчас будем ее придерживаться. Блин. Ё-моё, да что же такое-то? Какая-то жабуля меня убила. Вот это жесть, а. Это жесть. Просто жесть. Очень сложный. Очень сложный. Да. Создатели явно постарались. Придумал это святилище душ. Так. Ну, посмотреть хотел. Не, ну вниз вроде тоже как-то там можно упасть. Ладно, попробуем все-таки еще вниз сходить сейчас. Убежать от драки. Посмотреть, что там все-таки. А потом уже наверх поехать. Ай. Да ё-моё, душа. А, здесь проход. Проход, чтобы открыть вот это. О, что там? А вот что за сосуд, интересно. Сосуд вот что делает. Так. А как теперь туда вверх? А. Понял. Так. Понятно. Теперь, в общем, наверх нам надо. По карте, потому что наверх. Ну да. Наверное, наверх пойдем. Сюда. А! Ну, у тебя заколебал ты. Есть. Справился. Да ёлки-палки, а. Фух, это просто вообще жесть игра. Я просто в шоке. Не-не-не-не-не, не надо за мной бежать, я убегаю от тебя. Так. Опять я душу свою потерял. Не туда иду. Маленько потерялся. Так. В общем, который раз погиб я. Ладно, пойдем наверх. Блин, не дадут они мне до верха дойти, походу. Да ёшкин-дрошкин, а. Душа, душа, душа. Валим, валим, душа. Тут видали, что творится. Они вдвоем меня просто зажимают. Как убежал-то?
Я видали, как убежал, это просто офигеть. Это просто офигеть. На последнем издыхании убежал. Да. Ничего смешного нет. Опять их два стало. Так, один. Да ёлки-палки, а. Это просто жестоко. По сравнению. Даже не знаю, с какой игрой. Хоть надо, ну, как его, над этим поиздеваться маленько. Раз могу осилить драку с ним. Так. Так, опять не туда иду, опять не туда. Его. Я что, сосуд могу сломать? Точно. О. Так. Каких-то двух этих демонюк не могу. Доктора Стрэнджа и победителя. Вымучили меня уже. Убивают и убивают меня. Убивают и убивают. Так. Эй. Давай, давай, иди сюда. А, блин. Обманул меня. Обманул. Есть, есть, есть один. Один отлег. Фу. Фу. Так, валим отсюда. Нет, не валим. Нифига. Блин. Да ё-моё. Давай, давай, иди сюда. Вот смысл, зараза, чё. Он же как чувствовал, что я сейчас его нападаю на него. Так, жабуля, иди сюда. Фу. Так, воды. Вроде бы подсправились тут со всеми. Надеюсь, больше никто не появится. До верха там не дадут дойти. Так. Поехали. Так. Тут что? Блин. Активные какие же бульки, а? Ё-моё!
Надо подзарядиться. Быстро бегают они, было очень быстро. Так, ну вот мы заходим в помещение, в котором еще не были. Так. И куда тут? Блин, опять этот урод. Так, ну тут точно. Блин, я упал. Я упал. Да я вас всех. Как я, видали я как? Я просто на пролом прошел и замочил их. Так, тут что-то надо куда-то прыгать. Да блин, вы задолбали уже. Не хочу я с вами связываться. Отстаньте от меня, я хороший. Я добрый парень. Есть. Отлично. Отлично. Блин, жалко, только одна голова смогла у меня. Так. Ага. Был я здесь. Иду дальше. Так, еще в одно помещение зашел. Мне бы скамеечку. Ого, вот я где-то тут. Сразу хочу жизнячку продлить себе. Так. Ё-моё, сейчас что-то тоже будет. Вон он прям, вижу, его летит уже. Мастер душ. Прекрасно, мастер. Привет. Ну, это точно доктор Стрэндж. Это точно доктор Стрэндж. Тут без всяких вопросов. Что это доктор Стрэндж? Да я тебя точно не обыграю. Ну хотя бы попытаюсь. Капец, и чё? Ё-моё! Почему там не было нигде этой скамейки, или я не нашел ее? Капец. Чё, не может быть там, что скамейки нет, или реально там ее нету? Ближний свет идти. Ну ладно, ребят, мастером душ разбираться будем в следующий раз. Покеда.